12 августа, там мы приехали к Андрею Устинову. Немок. Давай, карася, тащи. Газету возьми, а. Сейчас вот этот. Ну, газету сюда положите. Смотри, какую. Ого. Так это тоже карась. Так он... Или карп. Смотри, этот шевелит усами. Видел, нет, вот этот. В холодильнике лежал. Холодный. Ну еще. Карась или карп? Я не разбираюсь. А кто разбирается? Ирина? Ирина, иди сюда. Это сегодня я поймал. Карась или карп это? Ну это карп. А почему? Нет. Карп. Ну они оба желтые. Гляди, видишь, шевелит. Ну-ну. Он живой. Ну какой-то он большой для карасяты. А этот Глушков говорил, плавники у карася красные, может это и карась. Ну смотри, сегодня такое. Это вот твою эту зелененькую. Я научился ее подмазывать как. Холодильник лежал и живой. Ну так теперь что говорите? Мы еще нам разделять их. Пусть они уже вместе будут у вас. Вы знаете, завтра последний день. Да. Ну все. Ого. Так ну вот это, кушали бы сами, кушали. Да как-то неудобно их разделять, они же родня. Да ладно, у нас есть что кушать. Есть. Кушайте. А то может возьмете, твоя эта сетка-то. Ну ничего. Ну ладно, смотрите. А этого мы заберем. А что, одного-то, что его? Карась, все. Ну а что, хватит. Так возьмите, он второго говорит, будет. Нет, все, ешь. Ну ладно. Все хорошо. Мне его жалко просто. Молодец, дымок. Молодец. Дымок, молодец. Пустите, подкармливать в бак, который там. Давайте. Он дождется как раз этого. Так можно это сделать нам? Можно. Поехал. Только надо крошек каких дать, что? Поехал, я дома что-то возьму. И мы туда пустим. И посмотрим. А если он этого погибнет, мы его возьмем и съедим. Посмотри, я такого поймал сегодня. Ты на сегодня. Угу. Покажи. Вот. Ого. Здорово. Он живой сейчас. А малю вот этот мелкий там. Во. Видал? Угу. Дядя Женя-то дома? Да.
Вот он, ты ему и скажи. Какой, ну-ка давай-ка замерим тебе по руке сколько. Вот так вытяни тебе руку. Я приложу, сколько он займет. Дыши, дальше, дальше убери, а то запачкается. Во, закатай, ну, рукав, рукав закатай. Заголи. Во. Вот вытяни пальцы. Вот докуда тебе, до локтя почти достает от мизинца. Угу. Вот и скажи, скажи, такого карпа поймали. Пусть приходит и ловит. Он любит ловить. И поймает вам на заговоре. Угу. Так, ну еще, сейчас мне надо что-то взять там.